На совместном заседании президиума Полоцкого райисполкома и Полоцкого районного совета депутатов обсудили развитие туристической деятельности на территории Полоцкого района. Участие в заседании приняли заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Мариана Щеткина. В ходе заседания были заслушаны доклады представителей культурной и туристической отрасли района, которые еще раз рассказали об уникальном потенциале Полоцчины, о проектах, которые здесь реализуются. Наша задача – создать комплексный туристический продукт, основой которого будет событие. Республиканский открытый конкурс любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино» – именно такой продукт. Уникальный киноконкурс объединяет всех, кто любит и ценит искусство и туризм. Мы приглашаем кинолюбителей различного профессионального уровня для демонстрации своих работ в рамках программы конкурса. Это прекрасная возможность поделиться своим творчеством и показать его всему миру. В свою очередь, Мариана Щеткина обозначила ряд моментов, на которые следует обратить внимание для того, чтобы привлечь в город туристов. Разрешить рассчитываться валютой очередной, чего маловероятно. Поэтому я думаю, что здесь нужно просто подумать, кроме стационарных, потому что, знаете, вот каждый когда-то был в такой ситуации. Вроде хочется купить. Тебе говорят, ты беги на соседнюю улицу, а то через две улицы там целая серия обменников. Человек просто поленится, он не пойдет. А с другой стороны, он же не купит, у нас и деньги свои нам не оставили. Оригинальные туристические маршруты, концертные и досуговые программы, интересная сувенирная продукция, наличие объектов сувенирной торговли и общественного питания, пункты обмена валюты с удобным графиком работы – все это составляющие успешного туристического бизнеса. В ходе заседания исполкома еще раз прозвучали идеи по организации этой работы. Сегодня в Полоцке располагаются 108 историко-культурных ценностей, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, в том числе 14 комплексных.